любая команда в каких-то отдельно взятых эпизодах, наверное, и должна быть прагматичной, да, там, где действие касается обороны, наверное. Что касается их уровня игроков, то и тройка нападающих, мы замечаем то, что они достаточно быстрые, агрессивные игроки, берут на себя часто много фланговых действий, поэтому... Тактика на сегодняшний день, это она кроется в определенных нюансах. Вот те, кто будет успешнее в этих нюансах, тот победит. Потихоньку прихожу в свою оптимальную форму. Провел хороший месячный цикл. Спасибо медицинскому штабу и тренерскому штабу, что много уделяют мне времени, помогают набрать хороших кондиций. В моменте с первым голом Факелу ты пошел обыгрывать через центр на всех защитников. Uh-huh. Это не фланг, где потеря не так, может быть, несет столько опасности. Почему пошел на такой риск? Если ты хочешь чего-то добиться, чего-то неординарного, ты должен рисковать. Для нападающего риск – это как часть его работы, можно сказать. Артем Дзюба хорошо увел защитника на дальнюю штангу, освободил мне зону, и как раз-таки вот последний защитник, можно сказать, и из-за этого и не успел накрыть меня. Что можете сказать про первую, наверное, неделю Артема Дзюбы в команде? Какие качества он добавил и чем усилил? Ну, Артему надо набирать однозначно еще форму, да, то есть он молодец, он работает, он старается все делать то, что ему сегодня предлагают. Он сам понимает, что ему надо, он человек достаточно опытный, он все воспринимает спокойно, и всю ту работу, которая проходит в зале, и до тренировки, и после тренировки он сконцентрирован на своем состоянии, это самое главное. А что он произнес, но я думаю, что, наверное, всем понятно, и это на самом деле так, он произнес немножко уверенности, ментальности некой, и хорошего такого... доброго внутри раздевалки состояния всех футболистов. Это тоже очень-очень важно.